Всем привет! Вы на канале Технолог. У нас сегодня Versus Street битвы. Сезон начинается. На улице тепло, плюс 27 градусов. Народные битвы. Каждый сам себе ищет соперника. А мы начинаем. День добрый. 52 по 25. 3,5. 235. Автомат? Палка. Палка? Нифига. 235 сил, да? Сток? Сейчас замерим 220-ик. Это прям битва из 2000-х. Оба V8, здесь больше объем, но здесь меньше масса. Соответственно, где-то плюс-минус будет одинаково. Но если он лонг, он лонг, нет? Что там сбоку лезет, он лонг или нет? Каратыш. Лонг? Каратыш? Каратыш. Значит, тонна 780, тонна 800 с копейками, а здесь чуть больше полутора тонны масса, там, если не ошибаюсь. Масса здесь очень будет сильно влиять, потому что поколение машин одинаковое, только вот разница в массе и в объемах мотора. Ну, помимо, что модели разные. Едет, катится, за решоченный вагон, жаль, я в нем битком, вот ты жмут собачком, первый блин комом, а первый срок молодцом, бесплатно по стране с малолетки юнцом. Ошеломительный звук на 220-ке, очень громкий. Я думаю, даже, не знаю, за несколько километров слышно. Очень большое преимущество. Очехвозил, конечно, в этом заезде Мерс. Даня, понял, какую тебе машину надо, брат? Брат. Прям до хера, конечно, ушел прям. Бывает, да. Сейчас мы посмотрим, что там у нас с Мерседес. 709. Он как цель, получается. Он нормально едет. Хорошо едет, да. Ну, получается, паспорт у тебя 6,7, да, по-моему, если не 6,5. Вот такая вот бэха, 39-я. Какая у нас 535-я на механике? 235,3,5. Ой, прогрев у нас. А вот это вот BMW у нас это с начинкой, с японской. Он потом только на второе как будто схватился. А, это на М62, что ли, была? Вот это, да. V8, М62, да. Я понял, B35. Да. Вот это старый что-то, мотор. Что-то на BMW-шном. Ой, не, ну что-то у тебя прям... 8,55. 16,25. 16... Ему надо с этим надо ехать, с восьмерочкой, ему с девяточкой. Нет, он лучше поедет, он может лучше. Может? По штану прям... У нас подъезжает 388 лошадиных сил, 221 Mercedes. Объем 5,5 литров. Он у нас, по сути, S500 называется. И предыдущее поколение тоже S500, 220 на ровно 5 литрах. Здесь у нас 273, 388 сил. Здесь у нас 306 сил, 113 мотор. Чё-то сил не хватает, резину согреть. Не хватило, силёнок. Наверное, надо было тоже сказать. Нет, вот вроде что хватает. Там, вижу, выхлопа нет. Походу, там полтора литра. Готово? 221, 220. Вот какой громкий. Стартует сегодня Мерседес у нас. Старт за 221. Вот так ровненько держится. Стартом он просто взял тут. Угу. Возможно, попросит потом еще один заезд. Принял. 221 полкорпуса. Второй заезд. Два Мерседеса. 221. 5,5. Атмосфера.
273 мотор против 220-ка. 113 мотор, 5 литров ровно, разные поколения. Колеса у нас там и там большие. Отсутствие выхлопа какого-либо. 221, да? Победа черного в корпус. Черный без намерения. Ты победил? Да, хорошо поехал. Да. Или наоборот, 21 не поехал. Или он не поехал. Сейчас посмотрим, как у него. Давай еще третий бак сразу. У нас по 1-1 было. А, у них 1-1. Ну 6, прям сразу 6, же. 6:59, слышь. Давай еще один, чтобы у вас 1-1 счет. Кто из вас победит, тот и лучше сегодня. Да, давай, начинаем. Заезд номер 2, номер 3 уже по очереди. 221 против 220-ка. Счет в серии 1-1. Слава попросил, дайте мне еще один заезд. На тормозах не может удержать 221 Мерседес. Пол, говорит, жмет, все равно не держит. А оборотов всего там 1000. Чуть-чуть больше 1000 дает. То есть, если бы больше бы давал, бы лаунж был бы получше, полетел бы хорошо. Ну, на победного! Да. Громкий выхлоп, дико громкий выхлоп. Конячий, у него колеса одинаковые. 19-й, ни хрена себе, как бы серьезно. Триангл 19-й, но свежий. А здесь у нас 18-й, да? 19-й, но резина уже не свежая, да? Сейчас заезд 221 против Nissan Skyline. Но у него как-то он покатился в начале. А дальше объемом, может, Мерс дотянется. Все, принял. Skyline, несколько корпусов. Я тут повторяю. 6:35. 14:14. Ну, для жары хорошо. И квотер. Квотер, кстати, у кого-то был такой же. Ну, то есть, в номинации разворот он победил уже. Чиксер, да? Да. Чиксер. Сколько сил примерно? 150. 150, а масса? 180 с копейкой. Это без пилота? А? Без пилота. Да, сухая. Жестко. КАВАЗ за 1000. Да. Сколько? 150 сил? 42. 42. Масса без пилота. Не помню, 220 вроде. Oh,
Надо старты ему тренировать однозначно, потому что... А этот хорошо стартует, кстати. Зато как он разворачивается. Кавасаки. Ну, Сузуки, да. Он тренировал разворот. 4.54, 12.31. Можно с бэхой поставить. Машки, давай, минуй, пошел. Так. Да, это Саня. Ну а сейчас у нас битва C43 снова против BMW, только уже BMW X6, а X6 у нас уже, не, по-моему, не сток. Жень, ты стоковой конфигурации? Или чуть-чуть шитая там? Она, да, шитая, стриджик там второй. Второй. Чуть-чуть. Но это у тебя был вообще изначально какой BMW? Это изначально N63, который 4.4, 50i модель. Ага. Сейчас свап на S63. Там... На M-ку получается. Да. Все, да, понял. Ясно. Ну посмотрим, что ты там накатил. Вон-то сток едет. Смотри, какие тормоза красивые. Давай посмотрим. Посмотри. Ох, какие большие. Ты со стороны ты вообще М-ка, да? Сейчас посмотрим, как оно едет. Да. Начинка Sony, то, что вам нужно. Начинка Sony. А может лучше взять целиком Sony? Не-не-не-не-не, вот то, что вам нужно. 450. C43 против, ну, назовем X6M. Выхлоп на BMW громкий. Жестко. Нет? Принял. 1.5-2 корпуса X6 побежает. Побеждает. Побежает. Побежает. Убежает. Мы смотрим, видим... 5. А, что, сотни такая херовая? 5.19. А квотер 12.91. Так цешка тоже плохо получается. Цешка плохо. Так да. Жарко, жарко. Да. Жару все плохо. Сколько знаешь, температура сейчас? У меня ощущение, что я когда, короче, сейчас стартанул, я не с ланча стартанул. Я не успел на ланч проставить. Да, на кстати, это. На тормозе, на собаке. Он ее держал, и он потом, когда ты уже поехал, этот протягивал нах, я уже отпустил, потому что он далеко не уехал. Сколько температура у тебя пишет? Воздуха, воздуха на улице. Я сейчас даже посмотреть не могу, а? Надо это. Все, понял, понял. Давай рассказывай про свою семерочку. Это 700 какая? 750-я. Как ты мог Range Rover поменять на BMW? Range Rover попозже будет. А. 750 это... 50D. А, ну трехлитровый... На первом. Вот, еще на первом стоит. Ну сейчас поставимте, дорогие, посмотрим. У нас выезжает на старт BMW. Семерочка. Короче, это которая шитая, но не шитая цешка 43-я. Шитая, но не шитая. Да, потому что она едет типа значение в прошлом году как шитый, но на самом деле Петя ее брал стоковую нормальную. Кто-то без него залез ночью и накинул тебе стейдж 05. Двух полноприводных автомобилей, семерка очень тяжелая масса. Цешечка дотянется или нет? Ой, как хорошо идет бэха-то, ой, хорошо. Трехлитровый дизель против трехлитрового бензина. Повтор смотрит. Слушай, ну бэха чуть-чуть, мне показалось, вот прям вырвалась в начале, да? Вырвалась. Да, но, видимо, Мерс начал дотягиваться до него. Блин, она же еще тяжелая. Бэха тяжелая, за 2 тонны она там весит, она лонг, потому что... Так, 4.39 и 12.52. Он говорит, кондер не выключил. Ну, я думаю, что это херня. Тэшка 43 против семерки. G11 семерка у нас кузов. We'll be right back.
Вот мне кажется, по чуть-чуть оттягивает BMW. Нет. BMW потихонечку начинает отходить от Мерседеса. Но если бы она сток была, она, конечно, не вывезла бы. А тут на стейдже, конечно, она Мерса тянет. Да, как обычно. 12,7. А сотни? 4,57. Ну, жарко. 4,57, ну, понятно, да, что она так и ехала. Жарко, уже не едет. Прям жарко, да. Ну, 12,6, 12,6, вот он, 10-ка, да. И 2. А он 12,7, да, сделал? Так, это у нас Tesla. Полный привод, 3 performance, 3... Опять я это сказал. 3 performance, да. Это заводские у нас 3,5 до сотни, да, получается? 3? А, ну поставим драги, посмотрим. Ну, зимняя резина сейчас, она мягче, зацеп будет больше. Сколько процентов? А, ну сейчас в полную катушку может ехать. До 70, да, по-моему, едет? И против Tesla у нас едет BMW, семерка. Ох, как хорошо выпрыгивает АБЛ-ху. Ой, как Тесла-то хорошо пошла. И потом, как паровоз полетела. Точнее, электросамокат. И Бэха хорошо. Прям выстрел такой. Ты почувствовал, да, на себе просто прилив? Это много. Да, они прям прыгнули дико. Че пришел? Да я кто был? Ну, ёпта, смотри, сейчас сколько получилось? 3,72, 11,88. Драги надо забрать. Квотер-то 11,8, как и 3 перформансы, все другие едут. То есть квотер стабильный получается для всех. А 11,88. А чё, где у нас там, я не знаю, восьмерки, пятнашки просили? Где их? Я не вижу. Слишком много здесь. Если вы из другого города, то тоже обязательно пишите, можете в личные сообщения написать, так как мы ездим по городам, у нас в плане там Москва, Питер, Новосибирск, поэтому тоже пишите, чтобы быть, так скажем, в курсе. Сейчас у нас битва Kawasaki Z1000 против Tesla. По временам они примерно одинаково идут. Чуть-чуть начинал мотоцикл. Ну, тяжело, конечно, идеально стартануть. О, вот это сейчас плотненько. Мне кажется, мотоцикл впереди. КАВАЗ. КАВАЗ или Тесла? КАВАЗ первый, но я бы не сказал, что сильно много. Автомобильных корпуса 2, наверное. Может, 3. Принял. Кавасаки победа. Примерно автомобильные 2 корпуса.